под условия жестких и растущих неблагоприятных экологических условий. То есть пройти сразу лечебный срок голодания для современного человека очень и очень трудно. Это какой срок лечебного голодания? Ну, 11 дней. 11 дней, да? Угу. Поэтому мы разработали методику, которая идет по частям. Доктором Войтовичем в Беларуси было доказано, что если человек будет проходить, ну, допустим, проще сказать, нормальный лечебный срок 11 дней, мокрый голод 60. Но пройти сразу такой голод для современного человека очень трудно. Но он сделал интересное открытие, что если разбить этот голод на три части, то есть сделать по 20 дней там, но между голоданиями будет меньше 2 месяцев, и человек будет соблюдать определенную диету, то голод наслоится на голод. То есть получится 60, но для организма будет восприниматься как 3 по 20. То есть это легко, это легко и физиологически, и психологически, но эффект будет тот же самый, что от 60. Все это нам рассказал профессор Юрий Сергеевич Николаев. Клинику, которую он руководит, москвичи называют клиникой лечебного голодания. В день нашего приезда профессор вел прием необычных больных. Перед ним сидела семья, отец и 2 сына. Отец – здоровый человек. Младший сын весил 174, старший – 211 килограммов. В первые недели лечения не хватало шкалы стандартных медицинских весов. Больных взвешивали на спаренных весах. А спустя 3 месяца врачи уже не решали инженерных проблем. Братья успели пройти 5 циклов голодания. Самочувствие их значительно улучшилось. К 9-му циклу младший брат потерял 72, а старший 88 килограммов. Также и сухой голод. Поэтому, подобрав под эти условия, подобрав под это, мы стали делать голод фракциями. То есть первый голод 5, потом человек восстанавливается, следующий голод будет, допустим, 7 это, и в итоге в общей сложности получается 11. Ну, психологически, физиологически это будет гораздо комфортнее и легче.